Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием RoboQuest. Не забудьте перед началом поставить свой лайк. Что это надо? Что такое? Начать приключение. Давайте. Где-то на земле. Макс, ты слышишь? Да, слышу, деревня. Ты почти вне зоны действия. Теперь я сама по себе. Рип-рип-рип. Что случилось? Воу. Целый робот, блин. Так, успокойся. Успокойся. О, скул или кул. Что там было написано? А, она робота стырила. А ты неплохо сохранился для своего возраста. У меня как раз есть то, что надо. Что сейчас живет? Эй, ты куда собрался? Я? Чего же мы ждем? Ю-ху! Пока что ничего не понятно. Нажмите на любую кнопку, чтобы продолжить. Итак, пустыня. Идти. Иду. Давай-ка я открою эту дверь. Секундочку. Давай. Ох, не сработало. Нарушитель доступа воспрещен. Похоже, кто-то не хочет нас спускать. Итак, получи его. Проучи его своим ударом на V. Space или прыгни на голову. Понятно. Нормально. А вы что? Я типа бью, да? А почему не на левую кнопку мыши? Вот, дружок, возьми это. Потому что я буду стрелять, поэтому нельзя левую кнопку мыши, да? Итак, мой особенный заниженный прицел, повышающий вертикаль. Классический. Конечно, классический. Нормально. О, у меня патроны кончаются. Давай, что? Я открыл ее, вперед, потом я что-то сделаю. Ну потом так потом, все, я готов. Бег удерживать для бега. Переключать. Бег удерживать, переключать. То и то. Можно использовать два состояния. Удерживать и переключать одновременно. Автоматически. Постоянный бег удерживать, конечно. О, одни и те же кнопки. Да ладно. Еще и прыгать не мысли. Пробел. О, два раза можно пробел нажать, да? Разогнаться и здесь. Перешив, да? Я понял. Бастион дает неуязвимость и потребляет батарею. Его можно включать-выключать для экономии батареи. Понятно. Кью, бастион, что это? А это типа иммун? Или что это? А че он не умирает? Итак. Получение урона понижает здоровье. Царапин — часть твоего потерянного здоровья. Если урон здоровья достиг ноль, забег заканчивается. Спасибо. Спасибо, я уж понял. Как же здоровье восстановить? А, типа подойти и вот это вот собрать, да? Давай, открывай дальше. И открыть дверь, открываю. Че еще? Может что-нибудь? Кью, что-то кью. Я уже начал целиться, все нормально. Я уже научился. Это бомба? Бля, нельзя стоять, забываю. Блин, почему он стрельнул в меня прям? Устранение врагов награждает опытом. Когда полоска опыта заполняется, повышается уровень. Так. А, по здоровью его восстановить. Нажать новый перк. Это новый перк. А, Steam пузырь. Пока умение бастиона активно, урон оружия повышается на 30%. О. Умение туман получает улучшение бонку. Вот это давайте. Я буду в кругу стоять и всем лица ломать. А, здорово.
Я смастерил ремонт того бота. Активирую. Окей. Спасибо. Можешь для меня посмотреть, что находится внутри той странной двери? Конечно, я все могу. И ради тебя, родная, все, что хочешь. Главное, лайк поставь и все. А, оружие. Я хочу... Не знаю, что хочу. А что такое темп? Но урон меньше. Здесь урон 5. Что это такое? 5? 14? Это как? Лучше такое, наверное, взять. Нормально. Что теперь? Я взял сюда. Все, я взял, я готов. Что у вас тут, да? Итак, отлично. Вот нормальный огнестрел. Двигаемся дальше. Спасибо. Ёп. А у меня уже кончилось яйцо. Смотрите, какая у меня штука прикольная, да? Конечно, с таким дробовиком лучше стрелять в лоб особенно. Ну и самое прикольное, что можно стрелять на разных расстояниях. А, вот. Еще живой. Не заметил, простите сразу. Прикольно. Я прошел, все, захилился, да, и можно дальше идти. Итак, панель управления на тап надо нажать. Тап. Что у нас тут на табе? Куда идти или что? Тап тут. Куда идем? Налево, направо, 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 по-моему. И что, нам нельзя сюда? В обход? Так. А, тут конец уже. Подруга наша, здорово. Эта старая станция выглядит как идеальное место для лагеря. Можешь, пожалуйста, подлатать что-то. Могу починить. Тебя оглушили. Ой, прости, кажется, теперь с ним все нормально. Можешь попробовать еще раз. Не могу. А может, могу. Зачем? А что случилось? Спустя пару суток. Итак, лагерь. Не стесняйся, осмотрись и чувствуй себя как дома. Исследование легкое, стандартное, сложное. Ох, конечно, самое сложное. Так, что тут? Что-то подлагало. Здорово, что делать будем? Что делать-то? Начать игру. А это еще не было началом? Я думаю, это уже начало. А, нажми на любую кнопку, чтобы продолжить. Что, меня заново, что ли? А, не, наверное. Итак, дружок, это моя первая вылазка в этом месте, а тут повсюду ходят эти злобные боты. Как же хорошо, что ты со мной. Да, тебе повезло. Стартовый набор. Прикольная пушечка, да? Ё-моё. И пистолетик. Окей, все, я готов. Так, все пошло. О, летит. А что с этой, ну, этой штукой? Что это? А, чуть не прилетело у меня. Нормально. Что происходит? Куда идти? Сюда? Ух ты. Фига себе. Можно по всем жарить. И они взрываются от этой штуки. Прикольно. Это лучше. О, здорово. Нет, постреляли маленечко. Музычка какая-то играла. Что-то случилось. Мне нравится эта штука. Кстати, с ней гораздо лучше. Единственная проблема, что я могу туда запрыгнуть? Нет, не могу. Ладно. Так, новый перк. Солнечная панель. Менее бастион восстанавливает качество, если выстрелил, но сейчас урона больше. Давай вот так. А, это не то. Это восстановит здоровье, они говорили. Это у нас что-то новое. Повышает нестихийный урон на 10%. Наносит ближний урон при устранении, бьет. Блин, а мне не то надо. Ну давай вот это. Что там? Что дальше? А это что? Отпереть дверь. У тебя нет ключа. У меня нет ключа, мужик.
А, пошли. О, здорово. Блин, это стихийная штука прикольная. О, что это? Носорог. Вместо чего я его взял? О-о-о. Хочу испытать. Мне, конечно, стихийная штука нравится, но... А вдруг это круче штука? Плохо, плохо, плохо. Плохая штука, мне не нравится. Смотри, как много. Ой-ой-ой, ой-ой, где это? Верните мне ее назад. Там херня какая-то, так долго стрелять. О, тут можно сразу просто насувать. Можно вообще просто Q зажать, и все нормально будет, да? Нормально. Хорошо идет. Ой, тут же. Что за музыка играет, не понимаю. Все же хорошо, да? Ну, все неплохо. Блин, мне кажется, а тут можно поменять сложность? Мне кажется, я не то нажал. Не, ничего нет, кстати. Мне кажется, я не знаю, что это, либо уровни какие-то легкие, или что-то не то. Ой, мне перегрелась моя штука, куколка. Сейчас. Помните, как меня на обучении, по-моему, сильнее жарили, чем здесь? О, арбалет. Офига себе, тут прикол. Прикольно. Стрела, то есть все, опа. Нормально. А если переключиться? Переключайся. Мне кажется, стихийная... А чё у меня не работает Q? Типа я могу ей воспользоваться один раз, что ли? Что там? А, вон там. Новый уровень! Нажмите на Т. Выстрел перка ритмичная стрельба. Также получает шанс. Не то батарея теперь обладает большей емкостью. Давай мне вот эту батарею. Я не знаю, что за батарея. Это, скорее всего, моя, чем я пользуюсь. Да? Я пройду туда вообще? Так, сюда. Сюда. Что, еще сложности не было? Я не знаю, так и не смог проверить. Ууу, бонус за ранг, каньоны. Спасибо, 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 спасибо. Все пройдено. Все очень сложно. Так, здорово, мы здесь. Так, оазис. Что ты пишешь? А, вода, надеюсь, чистая, мне нужно проверить. Давай, все, хватит с них, чтобы болтать. Ты, конечно, интересная. Пистолетики? Что такое? Увеличивает скорострельность, надеюсь, и скорость перезарядки. Бля, я вот это хочу. Предвидел? Бля, я не хочу это, можно верните меня назад? Я не хочу эту ерунду. Что это? Блин, какая-то. Ладно. Пойдем тренироваться. А! На что нажать, не знаю. А, все, попал. Блин, меня тут жарят. Блин, шифтовать надо? Что происходит? Кстати, эта штука нормально стреляет. Мне просто целиться не особо удобно. Перезаряжается как-то долго. Где? Кто? О, здорово. Подо мной стоит, я, блин... Да что такое парные? О, может этим лучше? Это третий уровень, а это какой? Это третий, тоже третий. Ой, это все третий уровень. Я хочу эти попробовать. Мне больше нравится. Ох, ля-ли-ла. У-ла-ла. Усим салаби, махалай-махалай. Пошло, пошло. Опа, все нормально? Ближний бой. Опа, хорошо идет. Блин, ну прикольные штуки, эти лучше, чем те, что были. Тихо, что это? Где кто? Туда нет, туда нет. Что, тут все нормально здесь. Опа. Я самый быстрый стрелок на диком полузападе. Блять, блять, блять. Все, пробил. Есть пробитие. Блин, блин, блин.
Нормально. Кстати, я уже пострелялся, а что это такое у нас? Не, это слишком разбило. Эти как дробовички-то лучше. Блин, я, правда, с первого удара не... Давайте поменяем вот так. Ой-ой-ой, как больно здесь. Перегрелось. Что случилось? Тебя меня взломал тут. Кто меня взломал, блин? Кто меня взломал? Что это было? Что за взлом какой-то? Капец. Нормально же, да? Ладно, идем дальше. Опа, видали, как масса убит? Капец, прикольно. Патроны что-то стали плохо стрелять как-то. А хорошо идет. Ну, он хорошо, я так понял, он стреляет в упор хорошо. Что это? Нет, себе оставьте. А, это все. Что это? Взять ключ руин. Здорово. Это супер что-то. Что тут? А, повышает уровень ближнего оружия и умение туман. Взрывной снаряда? Нет. Тут это давай. Все, пойдем. Не дали какой-то ключ от какой-то ерунды. Что это? Открыть дверь? Не то, что мне... А, фиолетовая штука пробралась через эту дверь. Я понял, не в эту дверь, он туда. Какую там, блин, кнопку надо было нажать? На В? Блин, я что-то, значит, нажал и оружие выкинул. Как так? И на какую кнопку нужно было? На В драться же, да? О, на В, да. Все нормально. О, в ближнем бою вообще можно лицо ломать, я смотрю, да? Чем знатно так. А что, не умирает там или что? Я тут летаю, блин, по всем. Всем раздаю люля-кебабов, а они опять стоят. В смысле опять стоят? Я что-то какое-то задание нужно здесь выполнить или что? Я не понимаю. Куда они все появляются? Теперь супер перчатки, я смотрю, да? Какая-то хрень вылетела, но я не хочу туда. Себе оставьте. Все хорошо, наверное. Или не очень. Нормально, хорошо. Блин, прикольная игра такая. Ничего такая. Динамичная, быстрая, резкая, опасная. Здорово. Все нормально? Пошли дальше. Дигимул. Босс какой-то, что ли? Блядь, где он тут? Не, мне вот это. Ой! Можно, пожалуйста, мне? Вот это хочу. Дигимул. Блин, бомбочки. Так, все, мое яйцо кончилось. Мне нужна перезарядка. Я ему насылал что-нибудь вообще, нет? Фу! А что мне с этим делать? Где он? Где он? Капец, а что это? А, мне кажется, если я был бы на суперсложном уровне... Ой-ой, я бы сдох уже сейчас. Можно зажму? Ой-ой, как больно. Капец. Так, активировали. Кстати, он куда идет, можно активировать эту штуку. Смотри. Давай, нападай. Смотри. Оп, видите? И он даже урон не нанес. Где он? Поподрыгнули. Здесь можно яичко нажать наше. Все, отпустил. Нормально. Я, кстати, Q нажал, поэтому меня не ударил просто. Так. Блин, мне нравятся пистолетики. Спасибо, спасибо, спасибо. Уайзерс, каньоны и так далее. Я очень старался, честно.
Воу, вот это я понимаю дверь. Давай взломаем ее. Внутри что-то есть? Можно начинать. Держись крепче. Гр, человечишка-паразит. Ты суешь свой нос куда не надо. Паразит, серьезно? Покеда бешеный вирусняк. Ладно, приступим. Ставить лайки. Правда? Вы же не забыли? Да блин, почему она не открывается? Пароль 1234. Доступ разрешен. Добро пожаловать в Haven 8. Ну, тут надо было написать «Добро пожаловать» и название игры. Ударная сила и ошеломление. Спасибо. Здорово всем. Что у вас тут есть интересно? Итак, это у нас бычара. Это у нас ремонт обот восстановлен. 20 здоровья больше. Окей. А новый перк, что там? Медиапузырь повышает стихийный урон на 10. Каждые 5 секунд умение туман... Конечно, секунд. Стихийный урон, это же стихийный урон. Все, пошли, я устал болтать. Ой, а что происходит? Кто это там? Блин, у меня патроны кончились. Ой, это что такое? Здорово. Ты хрень интересная. Такого еще не было у меня. Так, надо туда, да? Полетели, полетели. О, здорово. Ебать, я залетел, да? О, здорово. Давай поменяем оружие. Все в порядке? Перезаряжается. Блин, стихийный урон вроде на 10% больше сказали, да? А что-то бью я как... Странно бью. Что это? Прикольно, какая-то турель карта. Блин, а что это за подруга здесь летает? Блин, жесть какая-то. Меня тут наяривают. Как я еще не... Ой-ой-ой, больно. Ай-яй. Блин, мне интересно посмотреть задротов, которые играют. Меняем оружие. Стоять нельзя. Здорово. Здорово. Что тут происходит? Какой-то циклон. Что такое циклон? Это убить надо или что? Что такое циклон? А, это что-то есть странное. Так, теперь мы сюда. Мне нравится этот дробовичок, поэтому я с ним побегаю. Ох, нифига себе попрыгал, да? Зачем можно по головам просто прыгать, да? Не обязательно вот так стрелять, как я сворачиваюсь. А если побью? Нормально, неплохо. Где? Кто? Откуда стреляет? Кто стрельнул? Странно. Странно, учитывая, что... А, ёпт. Вот и улучшение. Умение туман наносит урон случайной стихии. А чё за туман умение? Повышает урон оружия на 10. Умение туман. У меня туман какой-то есть? Чё за умение туман? Там урон от оружия плюс 10, сказали. Здорово. 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 Мне сказали, по головам, кстати, прыгаешь, когда все умирают. Забавно, да? Блин. Как вам мое здоровье нравится? А, это не то. Я отсюда зашел.
Значит, мне сюда. Блин, я вообще-то нажал... А, я сейчас сдохну. Смотрите, я нажимаю... А, здесь нельзя этим пользоваться. Ёбаный в рот. Ёбаный... Да что происходит-то? Ненавижу игры, где надо прыгать. Что заново? Совсем заново? С нуля, что ли? Насколько заново? Ясно. Ладно, друзья, я думаю, на этом мы закончим. Вот так выглядит замечательная игра. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Скачивайте, играйте на здоровье. Ну, кстати, она прикольная. Ой, я только заметил, что там пишет озвучка. А это... Да мне еще и оружие отобрали, все, что у меня было. Вообще... Кашалот. Силовые перчатки. Кашалот, что-то кашалот. А, да, ясно, все. Ужас. Ладно, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Приятной игры.